Всем пламенный бонжур. Максим Николаевич лично прислал мне 3 бритвы с просьбой смахнуть пыль и по желанию заточить. Что я и сделал. В этой тройке 2 кавайные японки. Можем мы наблюдать и 1 классическую англичанку. Японки исключительно хороши, привлекают взор своим техногенным дизайном, эдакой авангард в мире классических инструментов для бритья. Крайне интересные штуковины, по крайней мере эстетически. Несмотря на то, что имеет короткое, скажем так, не слишком длинное полотно, вещь очень увесистая. В данном случае это бритва мануфактуры Кентака, или название Кентака. Бритва не пользованная абсолютно, в идеальном состоянии. Естественно, имеет, если сказать очень грубо, то строение клин, так характерное для классических японских брит. Другими словами, камисоли. Дельки получается. Номер 1. Еще более изысканный технодизайн. Модель Печика. Номер 55. Ну вот как надо было додуматься сделать вот такие, назовем их так, углубления. И вот здесь еще вот такой какой-то запил, не знаю, как его назвать-то. Бритва имеет в строении полную вогнутость. И достаточно характерная для определенных японских изготовителей сужение полотна со стороны пяточки к носику. Эта бритва не сточенная, она имеет изначально вот такое архитектурное решение или геометрическое решение. И, кстати сказать, среди немцев то же самое. Были такие бритвы, и я подозреваю, что ну вот такие с уменьшением ширины к носику. Подозреваю, они решили тем самым заинтересовать именно рынок Японии. Ну, не может не приковывать внимание, конечно, экстерьер. Мне оказана большая честь попробовать эти бритвы в работе. Так что думаю, сегодня с какой-то из них, наверное, начну. И вот, собственно, всем нам хорошо известный Шекспир от Бенгала. А точнее сказать, неправильно я выразился, прошу простить. Шекспир от Катмана. Поскольку Бенгал, опять же таки повторю, Бенгал — это не название мануфактуры, а технологический способ получения стали из металла. Мне попадались бенгалы английские, попадались мне бенгалы шведские.
Но если речь не идет о самом старом Бенгале, то есть Бенгале Каст Стил, были и такие комбинации, то для меня эта сталь ощущается на лице суховатой. Ну, ради интереса я даже попробую, наверное, ну, каждую из этих бритв попробую проверить в работе. И бенгал в том числе. Достаточно широкая бритва. Я не замерял, конечно, но зрительно, наверное, 7 восьмых. Все три причем отличаются, не побоюсь этого слова, эталонной геометрией клинков в том плане, что фасочки очень ровные, но здесь она вообще в соболиную бровь. Совсем тонюсенькая. По просьбе владельца я заточил ее в один слой изоленты, дабы сохранить вот эти грани целыми. Все-таки насколько притягивающая взгляд структура. Вот просто брать надо под эту бритву, под рассмотр и ставить крафтер какой-нибудь классический, типа 78 года. Радиоактив. Ну, все это, конечно же, лирика. На этом, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Я желаю искренне всем вам, дорогие друзья, приятных выходных дней, которые перетекают плавно в дни рабочие, и в свою очередь рабочие дни должны приносить не меньше удовольствия. Итак, спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.